проведения досмотра багажа сотрудники таможенной службы обнаружили в рюкзаке гражданина России 6 мини-слитков золота общим весом 120 граммов. При пересечении границы декларацию мужчина не заполнял и не имел при себе документов, подтверждающих стоимость товара. По данным Центробанка России, предположительная стоимость слитков превышает 565 тысяч рублей. Гражданин пояснил, что приобрел товар, чтобы вложить денежные средства от продажи недвижимости. В настоящее время слитки изъяты. Для определения рыночной стоимости вынесено решение о направлении товара на экспертизу. В отношении самого гражданина крымской таможни возбуждено дело об административном правонарушении. Крымская таможня напоминает, что без уплаты таможенных пошлин и налогов можно ввести товары для личного пользования на сумму, не превышающую в эквиваленте 500 евро и или весом не более 25 килограмм.